вас видеть. Здравствуйте, Анечка, здравствуйте. Присоединяйтесь. Вот эта композиция, она называется именно «Встреча». Бамбук – символ Японии, на стене наши средние полосы – символ России. И также мы придумали эту композицию для того, чтобы показать маски. Как вам кажется, из чего они сделаны? Так, скажите, папье-маше, что еще? Гипс. Ванцерша. Фрегат «Диана», которая прибыла, миссия Путятина в Японию. И Хэда, где после крушения фрегата расположилась членом русской миссии, где они почти полгода жили, отстраивая новое судно для возвращения на родину. Вот эти три точки на острове Идзу очень тесно связаны с историей российско-японских отношений. Также здесь находится флаг. Это одна из разновидностей Андреевского флага, которые можно было увидеть на рисунках, сделанных японцами. А японцы, надо сказать, очень внимательно следили за пребыванием миссии в Японии и сделали очень много рисунков. Для России, как для соседа, Японии было очень важно стать одним из первых государств, с которым Япония заключила бы такие отношения. Надо сказать, что миссия Путятина была уже третьей миссией. И две предыдущие, это именно миссия Лаксмана и миссия Рязанова, они не увенчались успехом. И тем более драматичные события, которые разворачивались с ним в Японии. Дело в том, что когда фрегат «Диана» прибыл в приписанный порт Симода, не прошло и двух недель с момента начала приговора Симода, как на этот город обрушилось страшнейшее землетрясение, которое привело к осаде Симода. Землетрясение этого исторического периода. Высота волны составляла 6 метров. Город был уничтожен больше, чем на 70%. Все было затоплено. Естественно, суда, которые находились в этот момент в бухте, они пришли в плачевное состояние. Команда, оказавшись в тяжелой ситуации, естественно, пыталась спасти свое судно, но видя, как страдают местные жители, как японцы тоже испытывают очень серьезные трудности, они пытались им помочь. Вот интересная деталь, характеризующая эпоху той поры. На нашем судне находился священнослужитель Сергей Махов, который вел свой дневник. Он описывал несчастные жители Японии. Даже оказавшись в ледяной воде, это все-таки уже начало декабря, было очень холодно, отвергали часто протянутую им руку помощи только потому, что она была притянута иностранцами. Это говорит о том, через какую стену недоверия приходилось пробиваться. Путятин предложил японской стороне медицинскую помощь, а у нас был свой врач. У глав обеих делегаций стало возникать взаимная симпатия и уважение, которые в конце концов закончились настоящей человеческой большой дружбой. Тосиакер Кавати написал в своем дневнике: «Теперь я вижу перед собой не страшного варвара, а русского человека».
Портрет генерала Путятина. Выпуск есть. Это, кстати, самая оригинальная идея, которую я услышала за то время поведения. Святой Ной, как Дзинзо, буддийский святой. Счастливого пути моряка благословляет. Это совершенно символ и атрибут японской религии синто. Очень часто японцы любят устанавливать и прям непосредственно среди скал морских или где-то в лесу являются священными в это ворота порта города Симута. Наконец посмотрим на этот наш отдельный экспонат, который прибыл специально из Японии для этой выставки по моей просьбе. Он путешествует из России в Японию и обратно. Этот костюм, как и еще два костюма, были изготовлены в ателье в Москве, были изготовлены мной и еще одним человеком, участником фестиваля в Хэда. И переданы в дар этому фестивалю. Это свитский парадный костюм русского адмирала. Он, безусловно, представляет интерес как точная реплика костюма образца 1853 года. Дело в том, что когда в 1853 году миссия Путятина отправилась в Японию, она продлилась в результате 2 года. Но сразу после того, как он отбыл в Японию, в европейской части России началась русско-крымская война. И в этот момент произошла полная смена обликов военного костюма. Но Путятин уже не мог иметь доступ к новым костюмам, и он 2 года оставался в костюмах старого образца. Японские рисунки изображали Путятина именно в этом мундире. Замечательный портрет друга нашего фотографа, господина Йосиказа Накамура, выдающегося профессора, русиста. Вот тоже, на мой взгляд, очень примечательная фотография, рассказывающая о обрядовой стороне японской жизни. Это японский священник Канусин на берегу моря. Находится большой такой шатер. И саке есть, да. Потом он часть саке выливает в море, тем самым тоже благодарит его и просит о том, чтобы и в будущем году море было милостиво, дарило хорошие дары. Вот в день, когда проводилась наша съемка в Хэда, во время шествия Путятина в город, в сцене миссии прибыла представительная российская делегация из Совета Федерации. Они вместе со всеми прошли вот этот путь, дорога Путятина, 650 метров от порта к храму, несмотря на жару. И, надо сказать, очень достойно представляли российский политический эстеблишмент. А вот это, собственно говоря, и есть главные герои шествия. Это также представители русскоязычной диаспоры, люди, проживающие, работающие в Японии, которые на добровольной основе, совершенно в качестве энтузиастов, каждый год приезжают в Хэда, чтобы принять участие в параде вот в таком виде. Достаточно такое вот интересное городское явление. И прибываем на конечный пункт, это храм города Хэда, вот тот самый храм, где мемориальная кожанка Путятина находится. И здесь уже перед буддийским алтарем и происходит как раз центральное действие этого праздника, поминовение душ русских матросов. Ну вот, собственно говоря, мы подошли к заключительной части нашей фотовыставки. Нам осталось теперь поприветствовать только замечательную японскую гуру Фудзи, которая показала нам все-таки свое лицо. Благодарить фотографа Владимира Асмирко. Я искренне благодарю всех, кто нашел время сегодня в снегопад приехать сюда, послушать последнюю, завершающую нашу экскурсию. Огромное спасибо, мне очень приятно.
конечно, все знать невозможно, поэтому в любом изложении есть, находишь что-то новое для себя. Спасибо. Очень много раз бывал, поэтому очень приятно увидеть знакомое место. Шикарно. Вообще удовольствие истинное получила. Спасибо большое. Вечерняя выставка получила большое удовольствие. Тем более, что когда-то давно в детстве я была в этих местах. А сейчас все становилось в памяти. Большое спасибо Татьяне за проделанную работу. Большая работа. Но интересная одновременно. Спасибо ей большое за то, что она находит время в своем плотном графике все-таки встречаться с людьми и рассказывать такие замечательные страницы нашей истории. В маленькой-маленькой деревне есть несколько японцев, которые бережно хранят память о миссии Путятина. И вот то, что выставка это показала, собственно говоря, проявила, это, конечно, потрясающе, потому что, знаешь, какие-то многие всякие исторические факты, понятно, что что-то где-то происходит, как-то кем-то помнится, но здесь это все визуально. И замечательный совершенно рассказ Татьяны, которая очень красиво, очень гармонично и тоже так очень певуче рассказывает обо всем, просто навевает какие-то самые такие добрые, может быть, немножко возвышенные чувства. Ну и хочется, конечно, опять в Японию. Сегодня действительно предпоследний день работы выставки. Выставка 2 месяца была представлена здесь, в галерее классической фотографии с 16 ноября 2018 года по 13 января 2019 года. За это время выставку посетили сотни посетителей, среди которых были люди, как хорошо знакомые с Японией, так и те, для которых эта выставка стала своеобразным открытием неизведанных, неизвестных ранее страниц. И мы провели 7 лекций, провели встречу, например, с читателями нашего информационного спонсора, встречу с читателями журнала «Кимоно». Мы провели несколько спонсорских мероприятий. А теперь у меня зародилась идея создания клуба русской и японской дружбы, если его так можно назвать, где бы мы также могли продолжать это общение в различных форматах, устраивать лекции, встречи, выставки, мероприятия клуба дружбы имени Ефимия Васильевича Путятина. Поэтому, если эта идея воплотится как следующий этап, логичный этап развития выставки, то я буду просто счастлива и приглашаю всех единомышленников подключиться к реализации этой идеи. Кумэцэна Юай, да, бессмертная дружба между Россией и Японией. Мне понравилось именно внимание к русской истории, культуре. Безусловно, то, что японцы использовали наши костюмы, то, что японцы даже подготовили гимн морского флота. И мне кажется, такое внимание японцев к нашей истории похвально. И я думаю, нам тоже стоит об этом вспомнить эпизоде в нашей истории. Пришла сюда, потому что просто люблю эту галерею, мне она очень нравится, просто безумно нравится. Здесь всегда тихо, спокойно, уютно. Про выставку узнала из интернета, впечатления просто великолепные. И целый пласт историй, которые мы не очень хорошо знаем. И приятно вот прикоснуться, почувствовать, что история, она как бы вот среди людей. Давнишние хорошие впечатления о нашей стране, они остались. Люди празднуют. Я удивилась, например, узнав, что на праздник, который проходит в этой деревне, наша делегация прибыла первый раз, а столько лет люди празднуют ежегодный праздник по поводу вот именно дружбы между Японией и Россией. Ну, конечно, это трогательно. Вот. Ну и вообще, в принципе, фотографии очень интересные. Узнала какие-то нюансы исторические, которые очень, конечно, любопытны и интересны.